И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную, прекрасную игру, как Final Fantasy VII Crisis Core. В предыдущей серии мы с вами бродили по Банори, по родной деревеньке Энджела и Генезиса, которые, оказывается, дружили в детстве очень хорошо, ну, в принципе, и так было, по-моему, понятно, можно было догадаться. Ну да ладно, сейчас нашей целью является нахождение дома Энджела, и я уже на самом деле знаю, где его дом вот, в общем-то. Ситуация в следующем. Эмулятор неприятно удивил. Я уж надеялась, что с PSP такого не будет, но куда там. В общем, в доме будет один момент, где игра зависает. И мы этот момент, слава богу, сможем обойти. Но игра так зависает очень нехило. Причем вообще, она мне еще убила и эмулятор. Мне пришлось его заново устанавливать. Ну, то есть выдирать из архива. Слава богу, у меня еще остался. Вообще полностью перенастраивать все. То есть по новым эмуляторам пользоваться, а тот, который даже перестал просто даже запускать финалку, его вообще к чертям снести. Это было неприятно. Слава богу, сохранения остались. Сохранения здесь достаточно дается, и это тоже очень радует. Но это неприятно. Я к чему веду? К тому, что если вдруг произойдет какая-нибудь такая неприятная фигня на моменте, который мы не сможем обойти, например, в какой-нибудь сюжетной заставке или еще где-нибудь. И я догадываюсь даже, где такое может произойти. Если нам это, конечно, будут показывать. В общем, прохождение закончится, если игра зависнет, как вы понимаете, потому что вообще никак не обойти. Вообще никак. То есть вообще. Это будет, конечно, печально, но что поделать. Как иначе-то? Никак. В общем, идем в дом. Это было, конечно, очень неприятно. Да. Так, извините, я решила проверить. Потому что мне показалось, что я забыла звук настроить. Как всегда. А, кстати, по-моему, да, по-моему, забыла. А, черт. Can I help you? Greetings, ma'am. Are you Angel's mother? My name is Zach. Are you Zach, the puppy? Excuse me? My son wrote to me once about you. Zero attention span, restless as a little puppy. Oh, thanks, Angel. You're not here together with Genesis, are you? No, I'm not. Don't worry. What is happening with my son? I'm not really sure. Genesis came back here a month ago with an army of cohorts. And they proceeded to take the lives of many townspeople. Genesis, he used to be such a good boy. Is Angel? He came here. He left his sword and went off somewhere. That sword represents our family's honor. I see. No wonder. He never uses this sword, really, ever. I'll take care of Angel. You should go and hide somewhere. Don't be concerned. Genesis cannot harm me. Грустно, да? Как-то сразу стало. Когда Энджел ушел к Шинри, мой муж заказал для него этот меч в надежде, что он станет великим воином. Мы должны были одолжить очень много денег, чтобы купить его. После, пытаясь оплатить эти долги, мой муж потерял все свои силы. Да, печально. В общем, вот это страшное проклятое место вот с фотографиями. Там стоит Энджел, по описанию Зака, с непосредственно своим мечом, молоденький. И, в общем-то, хвастается.
Ну, мы смотреть эти фотографии не будем, иначе у нас зависнет игра, и вполне возможно сдохнет эмулятор, и все, на этом все закончится. Вот. И теперь я, пожалуй, почаще буду вот такие штуки делать. Серьезно, вот после того, вот первый раз, когда я вот здесь зависла, я запустила по новой, все нормально, а второй раз, когда зависла, я попыталась как-то исправить, не получилось. И после второго раза игра вообще не пожелала даже запускаться, даже после многочисленных перезапусков. Ну, в общем-то, что и привело к тому, что мне пришлось переустанавливать эмулятор. Это было очень печально. В общем, морально готовьтесь к тому, что если вдруг, как я уже сказала, такое произойдет по ходу сюжета, для нас это плохо закончится. Для нашего прохождения, и, честно говоря, мне уже даже как-то страшно продолжать. Ну что поделать? Сыграем на удачу. У меня опять тени включились. Какого черта? Хотя это другой эмулятор. Давайте я, кстати, проверю, пока не началось. Ну да, фильтрация была включена. Какого черта? Энджел, куда ты делся? Чё? О, звук, тихо. Чё он так лагает? У меня же всё отключено, у меня же всё по-старому. Копия Генезиса. И чё? Ой, тихо. FPS, что с тобой? Это нормально? Слушайте, ну все, пошли проблемы. Стоило одной беки случиться, сразу еще другие появились. Что происходит? Может, это как бы просто место такое неудачное. Ой. На окраине города стоит фабрика. Я видел, как в нее зашла копия Генезиса. Ты думаешь, это их штаб-квартира? Наверняка. Я сейчас наблюдаю за фабрикой с выступа горы. Прямое нападение не рекомендуется. Мы зайдем сверху. Немедля приходи к вершине скалы. Ну окей. Так я надеюсь, таких больше неприятных моментов не будет. Я что-то вижу. Наверное, сейчас не кстати, я смотрю это позже. Слушайте, правда, со звуком какие-то проблемы? Только не на вот этом. Не на вот этом. На паузу можно? Давайте я пойду в настройки. Я извиняюсь, но это жопа какая-то. Не знаю, короче, как будет. Разберемся с боем, там посмотрим, потому что я не знаю, что происходит вообще здесь. Кошмар. Так, ой, нет, слушайте, все очень плохо. Что случилось с игрой? Ой-ой-ой. Ну что мне делать теперь? Надо его как-то замочить, пока он не замочил нас. Ой, нет, слушайте, это невозможно. Ой, кошмар, что происходит? Ну вот почему всегда так все происходит? Было же все прекрасно. Короче, я не знаю, как это объясняется и с чем это связано. Но будем списывать, что это все место проклятое. Я правда не знаю, с чем это связано. Потому что настройки абсолютно идентичны. Пойдемте попробуем сохраниться. Монстра я все-таки завалила. Что ли она? Я не знаю, с чем это связано. Проклятая деревня! Мне она официально не нравится. Почему тени опять появились? Ну, господи, ну почему всегда со мной не то? В каждом моем прохождении есть какая-то такая проклятая серия, знаете, которая касается, если это эмуляторная. Почему у нас тени опять видны? Почему? Объясните мне, я не понимаю. Мы здесь, кстати, загружаться можем? Вроде да. Как? Не тут явно. Ай, ладно, черт с ним, как-нибудь уж допилим эту серию. Она, наверное, будет короткая, просто чтобы не попоболить сильно. Ой, не хочу. Куда нам? Так, вон он, склад. А, нам надо, видимо, направо, но что-то так налево хочется. Там перепрыгнуть, интересно, где-нибудь можно будет? Ладно, пойдемте направо. Обычно, когда тень, значит, со звуком проблемы. Хотя... Рендеринг ты этот выключила? Ладно, неважно. Сейчас опять буду полсерии об этом. Я просто не могу, мне это из головы не выходит. Наше новое направление. Член-солдат, спасибо за ежедневную тяжкую работу. Получив сообщение о невообразимо трагичном инциденте, я не мог
не подумать о привязанности родителей. Но как счастье можно найти и не биологических узах, так родные могут быть несчастны в своих узах крови. Разница в том, что чувствуют ли они друг к другу уважение и признательность. Без этого рождается больная кровь. Больная кровь приводит к трагедиям, и она иногда влияет на наши миссии. Так как солдат должен исполнять свои миссии быстро, в будущем нам надо следить за предотвращением риска. Да. Давайте подлечимся, пока мы тут. Прекрасно. Давайте вот так вот сделаем. Это серия полная страданий. Чё-то всё-таки за макоточки. Я начинаю, кстати, понимать теперь некоторые демотиваторы, связанные с Заком, из-за вот этих точек. Ну-ка, подожди, а внизу всё-таки что-нибудь есть? Звук, что с тобой происходит? Genesis's parents were in that grave. Wait, he... his own family? We can't expect reason from him. What about Angeal? He wasn't at the house. But please, give me time. If I find Angeal, I can talk to him. If I can convince Angeal, maybe Genesis will come back too. I understand now why Sephiroth chose you. Huh? Genesis and Angeal. Those two were Sephiroth's only friends. He didn't want to fight them. That's why he refused the mission. Well, Angeal is my friend too. He's counting on you to bring them both back. Time is short. Let's go. Вторжение удалось? Ну, опять бегут. И опять сейчас все лагать будет, да? Если это только не проклятая деревня. Продвигайся, я позабочусь здесь обо всем. Ну что, кто хочет смириться? Не, по-моему, это все-таки была именно проклятая деревня, потому что, видите, сейчас все хорошо. Как и должно быть. Ух ты, гнида. Прыгучая. Еще с ума сошел, что ли? О, нет. Короче. Да, это проклятая деревня. Ненавижу. Зак, сюда. Будь готов к драке. Да, господи, всегда готов. Так, хорошо, ну что, что-нибудь есть? Из этих поребриков? Точнее. Ну там точно что-то есть, но не бывает так. Давайте тут еще раз сохранимся. Я уже боюсь, все. Одного зависа в любом эмуляторе мне хватает, чтобы моя паранойя начала петь мне серенады. Да, я так и знала. Сейчас небось какой-нибудь очень мега мощный монстр вылезет. Там еще один. Ал! Сундук. Так, давайте вы меня развернете как-нибудь, нет? Видимо, нет. Ладно, не самое страшное. Беру свои слова назад. Скотина. Материю повысите мне, пожалуйста. Сейчас опять лоб. Нет, ну ладно. Ну, это не самое страшное. Ну, это, конечно, приятно. Физический урон. Все, можно мочить. Ха-ха-ха-ха. Блин, сзади. Это тебя маляем. Шоу. Отлично. Надо случайно не профукать Феникс Даун, то есть не умирать. Что-то плохо для нас закончится. Ой, не нравится мне эта арена. Да. Ну куда? Это засада. Ха-ха-ха.
Нет! Блин, попал все-таки. Так, давай ты все-таки умрешь первым. Нет, нет, лечись, лечись. Товарищи, однако. Отлично. Еще один. Еще один. Нет. О, отлично. Левелап материи, пожалуйста. Нет. Куда уж тут? Ой, что-то я аж переключила вроде на атаку, надо что-то. Нет? Что ж вас так много-то, а? Вообще странно, они же говорили то, что при клонировании они клонируют способности и вид генезиса. Неужели генезис такой слабый? Я не сомневаюсь в этом. Зак, сюда. Опять? Приготовься к драке, да? У тебя револьвер там в руках, по-моему. Почему ты мне не помогаешь? Он вообще ничего не делает. Он ходит, только говорит, Зак, сюда. И приготовься к бою. Турки. В своем репертуаре. Никогда ничего не делают. Ходит только в своих костюмах пафосные, и все. У них даже одежда не расположена к решению тяжелых задач. Балт эти гораздо реально тому подтверждение. Не, ну конечно и помахать ногами может, но тем не менее мы его нагибали в седьмой части, поэтому фига какой большой монитор. Похоже, копии создаются именно здесь. Проверь второй этаж, генезис может быть там. Прелестно. Сохранение мне выдадут? Сохранение. Отлично. А что мы можем купить? Может быть, что-нибудь купим хорошее? Круг убийства, мне кажется, есть смысл убрать. Поставить, например, на жар на какой-нибудь. Нет, стоп. Подожди. Давайте вот так, чтобы лечиться было поближе. Отлично. Пин-пин-пин-пин-пин. Хотя, с другой стороны, тоже же можно заходить. И еще раз сохранимся. Прекрасно. Так, а у нас что там со здоровьем? Ой, зря я сделала это, ну ладно. Зелья тут очень дешевые. На радость нам. Infinite in mystery is the gift of the goddess. We seek it thus and take to the sky. Ripples form on the water's surface. The wandering soul knows no rest. Settle down. Zack, the puppy. Женя, что ты тут творил? The grave at the house. We found the remains of our people there as well. It didn't take much to have them send false reports. Just some mild threats. They would have done that anyway. At least your parents would have. My parents betrayed me. They had always betrayed me from the very beginning. А поэтому можно убить, да? What do you know? Синдра Лактос! Ух ты, ё-моё. Неплохо досталось. О, первая битва с Дженезисом, да ладно. Я буду Дженезис называть, мне так удобнее. И звучит лучше. Оу. Ой, только не лагай звук.
Как обидно все-таки. Welcome, partner. I see. You finally made your decision. Ой, звук не I'll respect your wishes, old friend. However, can you really live on that side? Angeo! Что происходит? Так, а как бы может поднимемся обратно, там как бы Цэрк немножко убитый лежит, или он уже вернулся живым и здоровым? Да, ладно, бежим, бежим за ними. Ой, что это было? Что-то, блин, меня перекосило. Господи, где я? Блин, камера, что ты творишь? Нет, стоп, вон выход. Фу. Вышли. Черт, куда он делся? Он покинул фабрику. Ну, логично, что бы ему тут оставаться-то. Доброе утро. Неужели мы воспользовались пистолетом? У нас нет времени, мы должны уходить. Мы не пойдем искать этих двоих? Все улики проступков... Проступков? Ладно. Должны быть стерты. Закон компании. Ракеты сотрут этот город в порошок. А ничего, что там бабуся в доме сидит? Ты уверен, что в доме Энджела никого нет? Идем. А почему он промолчал? Он побежал освобождать как раз. Не, ну подождите, я что-то так не играю. И насколько это нам поможет? Я сильно сомневаюсь, что это лучше, чем то, что у нас есть. Ну, мы благодаря миссиям неплохо так вкачались. Все-таки не зря мы сюда не пошли первый раз, потому что, видите, мы здесь вышли. Ой, такой безбой, 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 безбой. Отлично. Ой-ой-ой. Давайте вот так сделаем. Это я, правда, боюсь уже этого эмулятора. Ой, звук, что ты творишь? Может его просто перезапустить надо? Ну, в смысле эмулятор, чтобы нормально все было. Кто знает. Дженезис и его люди начали бомбардировать город. Ты это серьезно? Что будем делать? Жми X в нужный момент, чтобы мечом уничтожать летающие ракеты. Чего? Твоя реакция должна быть безупречна. Сконцентрируйся. Ты сможешь? Я должен? Обрати внимание на звук рассечения воздуха и цвет ракет. Звук рассечения? Оно звучит вот так. Прочисти уши. Нападая с... совпадая со звуком, он также не... Ну, также не забывая про цвет ракет. Я полагаюсь на тебя. Чего? Звук рассечения воздуха, цвет ракет. Я должен попасть к ней перед бомбежкой. Кнопки. Допустим. Прикинь, расстояние до ракеты. Слушай, как... Блин, я не успеваю читать звук рассечения утихнет. То есть, когда они краснеют, надо красить. Надо жать их всегда.
Ну давай. И так далее. Стой. Я боюсь что-то. Да хара болтать, давайте уже. Даже... Что-то такое напряжение резкое вообще. Ладно, пока неплохо. Кулно. Мне какой-нибудь плюханчик-то дадут? Что-то так страшно. А! Черт. Не удалось. Шло мое комбо. Черт, на последней ракете. Ну как обидно. Нападения закончились. Похоже, ты отразил большинство атак. Мне только что доложили, что бомбежка начнется очень скоро. Ты должен поспешить. Так, бежим бабульку спасать. Да? Ну? Игра. Я надеюсь, Массенджело в порядке, должен спешить. Успею, я уже пересралась, думал. На время, ненавижу задание на время. Только без боя, без боя, без боя, без боя, без боя. Не может быть с боем, просто не может быть. Здесь некогда. Бабуся. Да чтоб вас всех. Я объяснила нашу ситуацию, они немного задержали авиабомбы. У тебя есть немного времени. Спасибо, Ценг. Черт, это значит, что будет босс. Те ракеты также были продукцией Шинры. Ты получишь вознаграждение за уничтожение улика, а участие компании в этой заварушке. То есть, слушай, 800 гил. Давай дальше. Бабуля? Че, убил, что ли? Генезис все-таки убил ее. Нет, жива. Нет, нет, мертвая. Эй! What the? What the hell did you do, Angel? Блин, не лагай, игра, что с тобой? Is that your idea of honor? Блин, игра. Это все из-за тени, это все из-за игры. My mother could not continue to live, and neither can the son. What are you talking about? What's going on here? I told you. You can't live on that side anymore. My friend, do you fly away now to a world that abhors you and I? Shut up! All that awaits you. Shut up! I'm warning you. Is a somber morrow. No matter where the winds may blow. I don't see Sephiroth today, but are you going? О, это ко мне бой. Ты же солдат первого класса. Бахамут! Он вызвал Бахамута! Мама, роди меня обратно. Вызов? Значит, вот оно как. Побежали отсюда! Ой, боже мой. Это Бахамут, мать его.
Нет, 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 я так не говорю. Сколько на него молния? Не вижу. Не вижу! Балмин куда-то полетел. Ой-ой-ой-ой-ой. 255. Да, определенно. Лови. Значит, скоро закончится. Все. Блин, что делать? Слушайте, подождите, он же ракеты пускает, может. Нет, надо атаковать вручную. Зайдем сзади, попробуем, по крайней мере. Назад! Назад! Зак! Кьюр. Отлично. Отстой. Нет, 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 нет. Блин, гребаный Бахамут. Какого? Чёрта. Блин. Я требую лимит. Отлично. Лимит, полноценный лимит, пожалуйста. Блин. Неплохо. Что-то мне как-то делать больно. Так, где ты? Здесь сидя просто какая-то. Ах, ты же, блин. Да. Ну, спасибо хоть, что тут хоть не лагает. Потому что это было бы все очень грустно. Меня сейчас убьют, кстати. Скорее всего. Это... А вот если бы я сюда пришла не прокачанная, простите. Почему мы должны драться с Бахамутом, а не с Энджелом? О, да. С Кеннезисом. О, 500, офигеть. Ой-ой-ой. Он... Отстой. У нас же нет этого. Две шестерки, что мне это дало? А, да и понажимай, что ж ты творишь со мной? Нет траты. Отлично. Отвали. Умри просто. Просто умри, блин. Пока нет траты, надо лечиться. Нет, все, есть траты уже, блин. Так, давайте, знаете что? Эфир. Наплевать, эфир. Не зря держали. А, да ты смеешься надо мной, я не успеваю лечиться, блин. Я вообще никогда не убью такими темпами. Не, ну когда-нибудь я его, может, убью, конечно. Не диски, блин, все-таки как-нибудь. Это все очень болезненно смотреть. Давай, давай, ради бога, лимита моего. Бомбардировка от Ценга, отлично. 5-го уровня, пожалуйста. А, черт, 2-го. Несправедливость. I'm trying! Я охренеть как trying! Давай, Сэнк! Ну, ладно, лучше, чем ничего. А чё ты можешь меня, а я тебе не могу? Балин? Так, отлично. У нас МП 0. А, черт, это физические атаки. Колесо. О, паника, паника. Бежим, бежим сзади. Нет, не против меня. Давай, лимит, я тебя прошу. Я тебя умоляю просто. Фу, отлично. Лимит же, левел ап и... Жармастер, о, отлично. 5...
5 уровней или 3, 4, сколько? Не очень много. Со спины давай. Нет, 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 только не эта хрень. Лечиться срочно. Жар, ладно, он у нас теперь на мастере, давайте его жаром. Лови, лови еще раз. Получи. О, сволочь. Блин, это ужасно. Телебом. Он куда полетел? Не подлечиться, мне кажется. О, два раза! Два раза идет, пожалуйста. Что ты будешь делать? Ой, все, он умер. Ладно, это не было очень сложно, это было очень-очень напряженно. Я почему-то думала, что он будет дольше жить. А оказалось, нет. Ура, материя Бахамута. Summons aren't meant to be used like this. What happened to dreams and honor? We are monsters. We have neither dreams nor honor. Вообще-то с одним крылом Дженезис запрещен летать по кругу. Вечно причем. Как, в общем-то, и Сефирот. Да ладно. Soldier. Doesn't mean monster. Да, это была болезненная серия. Это была очень болезненная серия во всех смыслах этого слова. Но, тем не менее, мы справились. Мы молодцы и будем надеяться, что такого кошмара больше не повторится. По крайней мере, в техническом плане. Angel, the war is over. Everyone's real happy. As for me... That sword represents our family's honor. You're a little more important than my sword. But just a little. Where did you go? Zack here. It's been a while, Zack. Sephiroth! Come to Lazard's room. Oh, all right. Отлично. В общем, все это очень печально. Энджел, что-то с ним странное происходит. Почему он так вдруг резко поменял свое мировоззрение? Что он такого? Может быть, Дженезис ему что-то прям рассказал такое, прям совсем тайное-тайное, что-нибудь шинровское очередное. Потому что Шинра, они такие, они могут такие секреты закопать, потом узнаешь и с ума сойдешь. Вот Сефирот тому хороший показатель.
Не знаю, будем выяснять, узнаем рано или поздно. А, но пока что все это порождает только вопросы, и даже несмотря на то, что я какие-то моменты из этой игры видел, ну, то есть какие-то заставки, еще что-то, и я не могу сейчас ничего сказать конкретного, я не знаю. А, мысли есть, но они такие, предположения в основном. Ну, а, в общем, ладно, не будем высказывать предположения, это чушь наговорю. А, будем узнавать, выяснять что да как. Я очень надеюсь, что этих технических проблем больше не будет, потому что это было все очень грустно, честно говоря. И я очень надеюсь, что игра в каком-нибудь там моменте не зависнет в очередной раз, как это произошло за кадром. Иначе, как я уже сказала, прохождение застопорится. Причем до тех пор, либо пока эмулятор не переправит, либо пока еще что-нибудь хорошее не случится. Но готовьтесь, просто морально готовьтесь, будьте готовы к этому. Потому что стоит. В общем, ладно, будем тем не менее надеяться, что такого не случится. Мы сможем пройти спокойно вперед до конца, узнаем, что как. Посмотрим титры и будем плакать на них. А, в общем, если эта серия вам понравилась, вы знаете, что делать. И, в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Seven и Final Fantasy VII Crisis Core.